Жители России планируют потратить за 8 дней новогодних каникул в среднем по 18 тысяч рублей на человека. На 1000 больше, чем в прошлые годы. Такие выводы сделал портал Superjob. При этом в исследовании не учитывались расходы на подарки. Мужчины планируют потратить за 8 дней Нового года почти на четверть больше, чем женщины. Отмечается, что с расходами на праздники определились уже 38% опрошенных.